СС нету, но 2 БР у нас есть, если Войт не будет занят. А, сейчас дам. Валоран, ты слышал? Ты на втором сорвал МСС. Ладно, на тебе МП5. На первом я буду. Войду. На первом, да, фокус на первом, а Варан на втором. Если уже не успеваешь в дырку зайти, то жми уже тучку, что уж делать. У вас символы стоят. Ну что там? Сейчас поднимаю по халу. О. Мне более по танку закидывать. Что? Ты подавление боли закидывает на танк? Зубы-то? Ну да. Смотри, вот первый, значит, протопал на первом суровом остается. Потом... На посланнике танки не остаются. Всё? Не-не, ну я... Если оставаться на посланнике танку на суровый удар, то он должен отдать все свои деньги. ПДК на речке держит. Все, все готовы. Запускай. Отойдите подальше. Мирики, РДДшники. Что там мне подсказывают, кто мы сейчас умрем? Давай, не гони. Смотрите под ногами кару, вам не уйдите. И Хантер, пока дайте сферы разбивай. Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших. 3, 2, 1, смотрим. Веру. Ты желтый, Джага, я синий. Начинай ставить метки и подбивай. Кара, смотрим. ТЦ тащит. Сейчас треугольник разобьется. Протопа агри со звезды заводи. Я босса сагрил. А, ну сейчас босса танчи, да? Будет там все сделать. Кара сейчас будет. Смотрим кару на ком. Суровый, да, суровый. Суровый, суровый. Разбейте, разбейте треугольник. Дырка, дырка, дырка. Заходим, заходим, заходим. Вайп, короче. Пиздец, да вы чё? Падайте сразу, выходите из формы, звезду вставайте. Дело в том, что Хант, он как бы что-то знает там, но он не знает, как должно быть. Дело в том, что звезды должны разбиваться не дольше 10 секунд. Если ты их разбиваешь уже через 15 секунд каждую звезду, то у нас уже начнутся проблемы. Звезды разбиваться должны быстро. Они должны зергаться. Поэтому, когда три созвездия, должна быть одна дырка и появляются еще 4 звезды. Ты должен еще вторую успеть разбить. Поэтому ему либо помогайте, либо он босса должен вообще не бить и хуярить только звезды, и побыстрее. Я буду Хантеру помогать. Давай фокус, вот именно что, дотки повешивай и дальше бьешь босса. Хорошо. Хан, ты только метки тогда ставь все равно. Дело не в бурстах, дело именно в самом принципе. 10 секунд между убийством звезд должно быть. Потому что после появления первых 4 звезд, до появления вторых 4 звезд, ровно минута есть.
Вот Нера нападающая, да, у нас? Не должна уже, не знаю. Мне бы еще пояс вот с Алгалона и пуху с плюс 0 с йога. Это вообще бы нормально было. Надо сейчас побыстрее это трай давать. Фига, мне уже рыбу поставил. И свой хапчик на мастерство ем. Чекнуху. Сейчас босс будет быстрее заводиться. Заходите. Ты подтвердил, ты сидишь, ешь. Готовы? Все, запускай, запускай. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схемы. Геру там даже сразу. Отметки. Фокус помогает. Кара, смотри. Иди, иди. Следующий, следующий. Отойди, привет. Сейчас разобьется еще. Суровый скоро 3 секунды. Ходите к дырке. Дырки, дырки, подходите. Все, заходим. На том же месте не стоять. Кара сейчас. Пока один стак на нем. Ревность. Так, конечно. Кара, на мне мили. Четыре стака. Секундочку буквально, блять, успею, нет. Короче, кара сейчас будет. Заводи эту хуйню. Внизу нас давай. Угу, вижу, вижу. Суровый 5 секунд. Дырки ищем внизу. Кара еще будет. Все, подходим к дырке, к дырке. Заходим, заходим, заходим. Жизнь не может быть вечной. Жека, Жека, Жека Берни. Жека Берни.
киньте, пожалуйста. Ты чё, зашёл, Макс? 4 стака. Забирай. Я в дыре. Выходи из нас. Нахуй, я туда. Забирай быстрее, быстрее, быстрее. Жек, Макс, карта умер. Вот, Берни. Христа, Берни. Кара, типа. Мне оставаться на этот сырой? А, да, оставайся. Жека, ой, Макс. Проценты босса, смотри. 40%. Баф обновите. Краску там сразу же. Еще один сырой, будем босса добавить. Кара, 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 кара. Аккуратно, звезда в мельбизоне сейчас взорвется. Вижу, вижу. Суровый сейчас будет. Подходите. Заходим, сходим. Живы. 4 у тебя забирают. Да, забирается. Все, зергайте босса, 10%, ничего не бейте больше. Желтую жагу скидывал. Желтую джагу скидывал. Не тот гейм, что дергать. Я имею в виду другой стиль. Бейте босса сейчас только. Скажи, когда. Скажу. Быстрее, быстрее, босс. Кара. Хорошо. Скажи, две звезды взорвется, смотрите. Покинут. Сакру, давай парень. Сейчас исчезнет трэш. Ну все, перевод. Все, перевод, все. Перевод. Все. Берсант, 30 секунд, мы не успеем, наверное. Давайте, бейте. А, блин. Забирай. Успеем. Пробуйтесь, фулл ДД сильно в бот. Прожму персонаж. Что ты там, бабло, то я буду. Бабл, готов? Ага. Бабл, давай, быстрее, быстрее, бабл. Жму, жму, блядь. Нет. Не, не успели там, 3%. Короче, смотрите, все, все хорошо, так же делаем. Только вот кто там падал, Саншу или кто падал? Не падай, блядь. Не падай. И ДПСа побольше. Побольше старайтесь, мы все сделаем. Сейчас, давайте полетели. Все охуенно. Я думал, успеем убить, я срезку прожал. Баба не убил. А, это сам. Макс, короче, дотки шпшные вешай на босса. Там чума или что у тебя там, не помню. Да, там пожирающая чума, чума вроде есть. Да, да, да. Маст у него, кстати, тоже есть. Во тьме мобы, мобы ферятся, значит, убегаешь от них, хилишь себя там и так далее. Там, по-моему, другие игроки рядом есть. Контроли даете по мобам, феры, и вас престов 10 штук. А, ты один туда попадаешь. Короче, не дохни. Выживай. Сейчас убьем этого пидора. Конечно. Все хорошо делаете, только вот падать не надо и посильнее немножко в босса. Мы не добили там 300 или 100 тысяч. Там он на 2% это сдается. Зверь, он говорит, 5к дал бы, он, наверное, нас всех бы передамаживал в Т5. Ну-ну. Ставлю робу. Ну, за вход зайдите сюда. Ласки-то все выпили?
Да. Я победи, понял? Нет, уже двое классы. Маску там дайте. Макс, у тебя есть фласка, не? Жека! Чтобы опять накинуть. Он написал это же. Макс, фласка есть, нет? Если нет, то давай трейд. Все, все готовы начинать. Сейчас, секунду. Схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Без зоны, звезда, смотри. Вижу, вижу. Внимание, суровый. Скоро уже. 5 секунд. Дырку ищем, дырку ищем. Подходите уже. Дырку подходите. Подходите. Заходим. Жека. Жека. 3 минуты. Блять. Пизду, блять. Взрывай, не взрывай. Блять, ну зачем взрывать? Ёбаный. Все, падайте, падайте. Падайте, падайте. Хан, ну ты голову включай, ты взрываешь первую звезду и сразу же вторую, не успевают захилить, рейд. Встаем, встаем. В смысле сама взорвалась? Как она сама взорвалась? У нее хп постепенно убывает. В секунду 1%. Да. Как Макс падает? Да в натуре заебал, это самое, Саншу. Как ты падаешь, расскажи нам. В комнате от мобов? Давай сделаем так. Поставим... От сурового. От сурового? Да. Блять, Саншу, ты в РК? Конечно, в РК. Ты можешь подойти к черной метке, побегать в середине, чтобы портальчик перекинул тебя в темный мир, отойти от этого места, где ты заходил, и выжить? Можешь это сделать? Я зашел в метку, отошел от места, и меня выкинуло раньше, чем вас. Блять, это хуйня какая-то. Ты рано зашел, наверное. Зашел. Нет, зашел я нормально, я еще танков стоял хили. Блять, ну как так? Еще раз. У нас еще 43 минуты есть, пиздец. Мы успеем, короче, сделать. Да, успеем. Если вот этого хуйни это не будет, вот этих смертей, блядь. Хилы, ваша задача напрягаться и захиливать каждый взрыв. Ну, буквально взорвалась звезда, через 3-4 секунды уже фулл хп должно быть у рейда. Это основное. Децессор друид, это легко делают. Ршам захиливает танк. Танков тоже ход тут не забывайте.
Все, поставим руку. Дайте, пожалуйста, быстрее бабы, каски там, фиаски, лап. Сами время помню. Сейчас и каски, и фиаски будут. Подбегаю. Соберитесь. Сюда. Лица выпить ласка, мои господа. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Алкара. Выводи. Сейчас звезда взорвется, стоите. Чтоб на себя накидывали. Чикара сейчас будет. Чикара, смотрим. Сурово 5 секунд. Подходите к дыркам. Раз, два, три, заходим. Да пиздец. Да ёбаный. Бернишь его? Да. Давай. Все, все, разбилось. Где он, сука? Сейчас взорвется. Вставай, погоди. Давай, вставай. Каску он припятила уже. Лабу шукал. Карм. Да ебаный, ложимся быстрее. Ложитесь. Заеби в рот. Может быть, я делаю то, что должен. Быстрее падайте и полетели. Жизнь не может быть вечной. Я делаю то, что должен. Сколько времени осталось? 38. Вечной. Время есть еще, в принципе. Есть, только надо засасывать. Если вас дырка не засасывает, побегайте в ней. Ты, наверное, к моей дырке пробежал, где звезда за мной шла. Ну и так, ну для справки, если вы видите хилы, что на вас звезда и рядом дырка, можете за дырку зайти и завести звезду. Потому что это делать, ну, не так просто, третьи звезды заводить. Ну, свободный танк заводит. Я пока не могу использовать эту способность. Нет, ты не выходи из формы, оставайся в форме. Баф даешь.
Он имел в виду, когда бежал в дырке. Понял. Так для этого заранее дырка подходите. К тем, блядь. Один трай, да, только нормально был? Да. Вы все все знаете, давайте завязывать и тупить. Он бьет звезд. Чё там? Все. Заходим, заходим. Все готовы по местам. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от предателя в любом случае. Звезда взорвется. Мелизона, аккуратней. Приста, отойди. Ага. Кара. Взорвется. А там хил. Прохилите. Танка другого. Кара сейчас будет. Осторожно, смотрим кару. Другой, 5 секунд. По другой дырке идите. Сука, закроет. Нет, по другой иди, блять. По другой иди, эту закрывает. Заходим. Блять, никто не умер. Все, тихо. Шума, здесь. Сейчас взорвется. Кара, на мне. Сейчас еще взорвется. Захил, захил быстрее. Все. Захилим тебя. Готовься. 400. Иди. Изводи. Кара. Суровые приготовились. Секунд. Дыркам, дыркам быстро. Только не закрой. Заходим. И... Заходим, заходим. Блядь, пизда. Все живые? Да, да. Один ГР. Короче, без него. Потом пауза берет себе. Дальше бьем. Дамаги больше. Сейчас я зарежу. 400. А, забирай. Все, уже. Пал хильте хорошо. Сука, ебана не заходит. Письмо.
33. Стараемся по максимуму просто. Значит, смотрите, суровые 5 секунд. Заходим и выходим и переводим и добиваем. Готовимся. Заходим. Быстрее. Никто не остается. Ну, кроме шипа. Сейчас выйду, заберу. Кара, кара, кара. Забрал, все в центр. Лови трек. Лови трек. Или меня. Минута. Булда деф босс. Все, сейчас убили. Кто не падает. Все, убили. Подводи под босс. Завьешь. Кара, пара сейчас будет. Отошел. Великий, осторожно. Вижу. Вот теперь убили, теперь зима. Ага. Фух. Блять. Сколько траев? Траев 6, да вышло, или 7? Ага. Грация. Красавчик. Да, песня. Похрезь. Это сейчас скажу. Ну, тупо войск. Ну, полтрака. И это. Блять, только Animo Jazz двумя своими персами делает посланника, блять. Иди ты в жопу. Вон, еще по поводу ДФБ спрашивает Джек. А, ДФБ, ДФБ на следующей неделе. Неужели все они были подобны вам? Неужели все они так же любили жизнь? Похоже, ваша сила кроется именно в несовершенстве, дарованное вам свободу. Да, я знаю. Напала? Я тир взял напала. Т-8-2, как бы. Оказывается, чё, идем дальше? Не, я зашел чисто на посланника, я сейчас опаться буду. Протопал, да? Да. Чё страшного, я в протопале дальше иду тогда. У меня нет сил, чтобы передать сигнал. А, уступи плечо Кризи Филаксу. Это я его на транс вообще сролил. Чё, он сильно надо, но... Видать, да. Кризи, тебе оно зачем? Все, видос будет. Угу. Мне, например, оно на транс нужно. У меня все, кроме плеча, есть. Если сигнал не будет передан вовремя, пересоздание планеты запустится. Спасай свой мир. А как он сдох опять, Аркона этот? Не знаю. Так, а мне что надо? Мне нужен Везекс, ХМ и... на йогу. Ты на кого там хрипишь, Жеки-то? Не, Жеки. Сколько у нас в гильдии, кстати, людей? 9? Ну, будет ИП, значит. Я не знаю за посланника, сколько там, вроде не писали, сколько дают. Косарь дам. Уже тогда сейчас накидывай прямо. В конце еще до конца дойдет. Чё ты пишешь 1.5? Чё, полтора за посланника дают?
Или не давали еще никогда? Никогда еще не давали. Ну, короче, давайте косарь дам за постание. Давайте сейчас дальше распределимся по составу, кто кем пойдет. Ну, Войт танк, я танк. Черный лимон, Ирша. Жека, ты кем хотел идти? Иди палом. Ой, ты походу это... Кому чё, зачем пати? Тебе...